идея национализма для меня всячески перекрывает идею демократии, идею уважения человека к человеку. То есть национализм не самая лучшая черта. Конечно, видя шоу, которое устраивают из национальной идеи американцы, как бы, да, я отношусь пиететом с уважением, то есть это вот всеобщая любовь флага американского, то есть и, в общем-то, подача, такая коммерциализированная подача всего происходящего, то есть это целое шоу. Вот, я уважаю, я люблю шоу, я человек шоу, но сами идеи и их переворачивание с ног на голову, то есть раз ты русский, значит нет места другим, для меня это ограничение свобод и самовыражений, и, в общем-то, это всяческое нарушение, вот, человеческих